скорое Рождество. Почти в каждом доме Италии собирают вот такие композиции. Такие большие или совсем маленькие, миниатюрные. В прошлом году я вам показывала эту композицию. Сегодня мы ее посмотрим еще раз. Кто-то, может быть, впервые это видит. А кто-то еще раз. Костер. Кузнец. Лампочка, видите, какая своеобразная лампочка, изображающая пламя. Загон с овцами, пастух. Как здорово все сделано. А вот эти горы изображают это бумага. Бумага, обсыпанная сверху. Обычной рукой. Вода. Приходится стирать, мыть посуду. Возможно, там готовится пицца. Но, конечно, в Рождество здесь появится колыбель с младенцем. Друзья мои, всего вам самого хорошего и хороших праздников, которые мы ждем. Пока. Пока всем.